Здравствуйте! Сегодня мы с ребятами представим вам 11-й урок из цикла «Занимательные уроки сольфеджио онлайн». С ними вы тоже уже знакомы, ребята занимаются первый год, и они уже ходят в школу, то есть поступать к нам будут. Поэтому мы уделим внимание на подготовку к экзамену вступительному. Дашу вы уже знаете, Веню тоже знаете, Павлину знаете, Васю знаете, Вову знаете. Всех вы уже знаете по нашим предыдущим видео. Мои маленькие звездочки. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, учитель! Как у вас дела? Распеваемся. Нет, не грустно, а как? Мира.
играю одновременно. Павлинка. Ой. Не давай расслабляться. Он так любит иногда, как хочет, так и как говоришь, так и поешь. А когда ты немножко задумываешься, начинаешь его специальный вектор, он хорошо поет. Так, пожалуйста, сейчас сколько? Спой. А нет, мой. Мой. Так, ладно, сейчас. Молодец. Ребят, какая это нота, кто знает? Ми. Вова, не знаешь? Это нота фа. Так, хорошо, я абсолютничка из себя выуживаю из групп, но пока нет. Так, здесь хорошо. Так, дальше, Вася, сколько звуков? Четыре. Так, спой. А что это такое? Да, увеличенная бомба, правильно, трезвучие. Сколько звуков? Три. Спой. Сейчас. Я могу сыграть ручечку. Спасибо, я... не надо. Сколько звуков? Спой. Вова. Три. Спой. Ля-ля-ля. Молодец, сейчас. Почти.
Это терция. Она у нас была доброй феей, была мажорной и минорной, большой и малой. Большая терция у нас много конфет. Называла, споем песню. Одну малую терцию, Вася, покажи, а не две. Маленький кружочек. Хорошо, пишем маленький кружочек, большой кружочек, это терция. И вот, наконец, Вася, твой интервал, который ты мне попытался. Секста, конечно. Секста у нас бывает такая большая, большая штука. Елочка, давай тебя споем. Хорошо, стоп. Да. Сейчас мы сейчас с вами споем песню про дружбу терции и секса. Как, что такое дружит терция и секса? Вот у нас терция на ноте до. Сыграйте, пожалуйста, подожди. Сыграйте на ноте до, на клавиатуре, пожалуйста, терцию. До через нотку ми. Какая это терция? Большая. Большая, потому что две черненьких. И нотик малая. Большая терция. Перевергите. До. Малая секста. Дальше атре. Малая терция фа. Большая секста. Если терция была малая, то это всегда большая. Ми, соль. Малая терция соль. Большая секста, фа, ля, большая. Какая, какая? Две черненькие. Фа, ля, большая терция, ля, фа, малая секста, соль, си, большая. Две черненькие терция, си, соль, малая секста, ля, фа. Какая? Малая терция, до, ля, большая секста, си, ре. Какая? Малая терция, ре, си. Следим по клавиатуре. Большая секста, до, ми. Так, это мы повторили. Теперь давайте споем ее с микрофона. Готовы? Песня про дружбу терций и секс. Все приготовились? Пальчики на клавиатуру на доме и слушаем вступление. Маленький треугольничек, малая секста. Пишем буковку L маленькую, да? Дальше.
Так, пока, ребятки, не пишем, слушаем. Я скажу, когда пишем. Дальше. Большая танцы, всем привет, всем привет. Скорее, скорее, чистая квада, хорошо? Ого, да, все верно, вообще хрустальный замок, это у нас птичка. О, как она там? А, во, вот так вот показываем, да, и пишем птичку. Так, что сейчас? Чистая квада, 8. Восьмерочку пишем, да? Так, дальше. О, нет, маленький кружочек пишем. Так, все, а нет, зачем вот это? Большая кто? Кто? Большая секса, в лесу родилась елочка. Сейчас я на доске еще запишу, как мы обозначаем на всякий случай, и ребята тоже посмотрят. Да, как мы обозначаем, вы тоже пока посмотрите. Итак, значит, это наши снеговички. Вот здесь запишу. Прима, палочка, да, чистая прима. Дальше, малая терция, маленький кружочек. О, нет, большой кружочек. Всем привет, всем привет. Чистая квадра, скорее, скорее. Чистая квинта. Большой пустальный салон. Дальше. Прекрасная далёка маленькая эль. В лесу родилась елочка. Вот елочка, да, вот большая эль. И 8. Я сижу высоко и лежу далеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вариантов для написания. Итак, слушаем, что я играю. По два раза буду играть, как раз слушаем, записываем, второй раз проверяем. Если чего-то не услышали, ставим точечку, но желательно не ставить. Итак, номер один. Номер три. Вася, Вова, не переговариваемся, пишем каждый сам. Для проверки номер три. Номер четыре. И все так сразу карандаш схватить. Так, номер пять. Номер 9. 9 для проверки. И последние два. Номер 10, внимание. Не услышала, да? Веня, у тебя? У меня прекрасный паук. Ага, ну, немножко похоже, но не оно. Так, Павлинка, что у тебя?
Кружочек, маленький кружочек. Правильно. Это была малая терция, маленький кружок. Ставим плюсик, вот так. У Васи вижу правильно, да? Так, Вася, что третье? У меня квадрат. Стрелочка, правильно. Третья была чистая квадрат, стрелочка. Все пишем. Вова, а нет, только не так. Леня, что было четвертое? Четвертое что было? Вы что, ребята? Прима! Ну, конечно, прима, палочка прима. Ура! Палочка прима была. Вова, что пятое? Прекрасная далека. А что такое прекрасная далека? Что мы записываем? Малая секста. Малая секста, маленькая эль. Да? Ура! Так, дальше, что было у нас следующее? Раз, два, три, четыре, пять. Квинта. Шестое. Квинта. Вася, ты прав, это была галочка квинта. Вася, пока не выкрикивай. Я восьмерка. Вова тоже не прикрывай. Павлина, что у тебя следующее после квинта? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое. Четвертое с конца. Что у тебя? Палочка. Почти. Ну там не палочка. А что, Вова? Восьмерка. Там восьмерка, да? Два звука, но похоже на приму. Это была октава. Так, дальше. Третье с конца. Даша, что у тебя? Третье с конца. Восьмое. Ну, еще у меня стрелочка. А у Вени? У меня галочка. А у Павлины? Стрелочка. А у Васи? Большой круг. Вот Вася молодец. Ура! Это была большая тенция. Так, Вова, что за предпоследнее у тебя? Девятое. Квата. Да, это была стрелочка. Ура! И десятое что у вас? Квинта. Квинта, галочка квинта. Ура! Итак, я диктую правильный ответ. Так, вот даже могу показать, как это должно было быть записано. Итак, первая была у нас большая секста, большая эль. Чистишь, Вася. Дальше маленький кружок, малая терция, чистая кварта, стрелочка, палочка прима, маленькая эль, малая секста, галочка квинта, октава восьмерочка, кружок большой, большая терция, чистая кварта, стрелочка и чистая квинта, галочка. Так, ну а сейчас мы с вами поработаем над песенкой. Открываем номер 19 в Барабошкиной. Это номер «Дождик», называется «Русская песня». Посмотрите, пожалуйста, с какой ноты мы начинаем. Посмотрите, с какой ноты мы начинаем. С ноты «ми». А заканчиваем? До. Как вы думаете, какая тут тональность бежит? Фа. Какая О, интересно. Начинаем с «ми», заканчиваем «до». Тональность будет «фа». Почему, не знаю. Мы же начинаем с главной какой-нибудь устойчивой ступени, да? Ми мажор, что ли? Да? А что тогда мы заканчиваем? Ну, шестой ступенью, что ли, заканчиваем? Мы начинаем с третьей ступеньки. До у нас первая, ми третья. А до будет главная. Тоника здесь появляется только в конце. Главная ступень появляется в конце. До, ми. Давайте мы сейчас с вами по очереди. Так, тише. Мы сейчас с вами по очереди, ребята, будем стучать ритм. Итак, кто первую строчку хочет на тите та проговорить? Так, вот Павлинка, пожалуйста, давай. А только та длинная, та длинная. Хорошо. Так, вторая строчка, пожалуйста, Вова. На тите та давай. Ти-ти-ти-ти-та-та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-та-ти-ти-ти-ти-та. Хорошо, все вместе хлопаем. Ти-ти в ладошки, та по столу. Только такие длинные, если ничего нет другого. И ти ти споем. Так, до, ми, ре, ми, фа, ми. Вот основные ходы. Давайте-ка вместе, пожалуйста. Все на первую нотку пальчик поставили и поем. Ми, ми, ре, ре, ми, ми, фа, ми. Ми, ми, ре, ре, ми, ми,
ми-ми-ми, до. Какой фа? Там в конце у нас до. Ми-ми-ре-ми-ми-до. Так, почитаем слова. Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей, брызни в поле гуще, ой, пуще. Станет травка гуще, только нас не замочи, зря в окошко не стучи. Давайте попробуем со словами и с дирижированием. Сильная доля, ручка вниз. Раз, два. Нормально сесть. Раз, два. Ручки, пожалуйста, вверх поставили. Дирижируем. Вниз сильная доля, вверх. Вниз сильное море. И дожди, дожди, веселей. Капай, капай, не жалей. Брызги в поле гуще. Станет травка гуще. Только нас не замочи. Так, дома будете эту песенку петь по нотам, с ритмослогами, и будете выкладывать с помощью ваших ритмических карточек ритм. Помните, мы начинали с вами четверть с точкой восьмую? Давайте-ка вспомним, повторим, чтобы не забыть. Как у нас четверть с точкой восьмая стучится? Та-е-ти! Та-е-ти! А сейчас, знаете, что предлагаю? Вот только эту длительность вместе с песней «Дождик» мы сейчас прохлопаем, вот все время только четверть с точкой восьмая и «Дождик». Петь. Смотрите. Дождик, дождик, веселей. Вместе все. Приготовили ручки. Только четвертью с точкой восьмой блокой. Вместе с вами ставим. Вначале просто пустой так. И. Е-ти. А-е-ти. Дождик, дождик, веселей. Капай, капай, не шалей. Травка. Дальше что у нас за слова были? Только нас не замочи. Только нас не замочи, зря в окошко не стучи. Так, дома тренироваться это детство. Четверть с точкой восьмой. Ну что, мы с вами подготовились к экзамену, подготовились. Написали диктант из консонанта. Написали, спели песенку «Дождик». Мы молодцы. До свидания, ребята.